Воскресное утро. Гуляла по саду. Вижу, Дынька уже просится, чтобы я ее сорвала. То есть она сама отвалилась. Вот так я понимаю, что она созрела. Вот этот хвостик, он отваливается самостоятельно. И сейчас аромат на весь дом. Это значит, что Дынька спелая. А еще я собрала клубничку. Ну, это чисто так, для Никольки в кашку. Николюшка кушает. У нас фруктовая тарелка, персики, дынька собственного сада, огорода и персик покупной. Где там все, Олечка? Это для шкурок, да. Пол первого, мой первый прием пищи. Это у меня яйцо из киноа. Хотела еще сверху песто добавить, но оно замороженное, поэтому просто брынзу полила оливковым маслом и огурец с солью. Вчера я делала оладушки из кабачков, а сегодня что-то захотелось картофельных таких оладушек-драников. Тут у меня 6 крупных картофелин, я сейчас натру на средней терке. Что еще хотела сказать? Почистила ее. Кстати, классно чистит это овощечистка, которую Валера мне купил. Я довольна, так тоненько. Все, натираю. Картофель я натерла, но я не хочу драники. Я хочу именно как оладушки. Драники меня учил Валерин папа, дедушка Коля. Он просто натирал, добавлял соль, перец и жарил на масле. Никаких яиц, муки он не добавлял. И крахмал не выливал, потому что крахмал скреплял вот эти драники. А я хочу именно картофельные оладушки со сметаной. Я натерла и сейчас поперчу. Тоже не буду сок сливать. Поперчу, посолю, добавлю 3 яйца, муку полстакана и разрыхлитель, чайную ложечку. И захотелось мне немножко чесночка добавить сюда. Все-таки муки у меня ушел стакан один. Вот такое тесто получилось. Сейчас буду жарить на растительном масле на сковороде. Все, процесс пошел. Конечно, это не кабачковые оладушки. Картошечка требует маслечка. Хоть и жирненько, но очень вкусно. Даже похоже чем-то на те драники, которые делал дедушка Коля, покойный. Очень похоже. Сейчас Валеру позову попробовать, что он скажет. Если чуть-чуть меньше масла добавлять, то получаются картофельные панкейки. Но когда больше масла добавляешь, то они на вид, конечно, красивее, чем без масла. Вот эта сторона без масла. Пеклась. Валер, я хочу, чтобы попробовал, бери с этой стороны. Нет! Блин, показывай в одно, а он все равно берет по-другому. Ну, бледненький какой-то, хочу поджарить. Да ладно, все равно. Похоже на те, которые дедушка Коля делал? Похоже. Наверное. Сметану, конечно. Конечно, я специально для детей со сметаной. Для детей. Попробовал, иди. Тоже хочу со сметанкой. А чесночком? Чесночок внутри есть. Вкусно? Вкусно? Жирные? Нет. В меру, да? Ну, впитывает, да? Видно, больше вижу, впитывает, вижу, потому по пальцам, что масляные. Да, да, ну, драники, картошечка, ну. Оладушки. Тут есть. Не получается, как с этим. Иногда очень вкусно сделать. Да, горяченькие-то что-то. А вообще мы на ПП. Николь уже дегустирует. Огурцы и перец со своего сада-огорода. Вот такие красивые дранички. И будем кушать со сметанкой. Кто захочет, еще чесночка себе возьмет. И там еще дожаривается последняя партия. Детки, вы кушать будете?
Давайте. Идите до столу. Маргуша, ты больше всех хотел кушать. Оля, что у тебя на руке? Что это за красота такая? С распаковкой. С Алиэкспресс попались вот такие наколки оленю. Это у Оли попалось и Марку. Покажи, Марк. Вот такие олени. Классные. Вам нравится? Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Кире не досталось. Ну, может быть, в следующий раз достанется. Смачно, ходитки. Кстати, как? Mm-hmm. Да. Как, вкусно? Mm-hmm. Очень. Очень. На здоровечко. Mm-hmm. Что? Mm-hmm. Кто-то научился говорить «мама». Ням-ням. Приветики! Ой, это что за мадамы такие красивые? Такая жара, да? Я сегодня на улицу даже не выходила. Я думала, вы до вечера аж будете. Ты едешь? Дашенька! Николька проснулась. Даша не могла дождаться, когда же она проснется. Соскучилась? Дашка? Соскучилась? Да. И Николька соскучилась. И Николька соскучилась. А Маша скучала? Да. За нами скучала? Маша не скучает. Скучает. Она тихо скучает. Последние деньки лета. Последний день лета. Ой, все, лето подходит к концу. Слава богу, бассейн. Я думаю, что мы еще и осенью будем его использовать. А что дитё плачет? Маша взяла на ручки. Дашь, Даши? Иди к Даше. Иди к Даше. Иди, Даша, иди, Даша. Ты... Скажи, вот моя сестричка самая любимая, да? Возвращается наш ковер на место. Диван мы никак не передвинули по-новому, потому что он никак не влазит. Мойщик ковров Валерий, обращайтесь, дорого. Все, ковер на месте. У нас еще твой ковер. Он еще больше. Угу. Он 5-метровый. И там еще у меня это паркет, который. Паркет там пропылесосим, помоем. Перед зимой тебя подготовим. Спасибо. Привет, дорогие! Если вы не узнали меня, это я подстриглась. Новая прическа у меня. Вы мне говорили каре сделать. Вот я, новая я. Как вам моя стрижка, новая покраска? Только-только после салона пришла. Ой, как вам мой новый имидж? Сейчас сниму кепочку, покажу. Без кепки. Вот так. А вот так без кепки я смотрюсь. Как я блондиночкой. Классная? Ну ладно, ладно, пошутила. Это парик Валера себе заказал. А я у него взяла погонять. Напишите, как вам мой вид. А так я выгляжу, если бы... А, тут челка вот так, как-то так она идет. А так, если бы у меня были красные волосы. Как я вам, друзья? Какой больше цвет мне подходит? Красный или блонд?
теперь я лысая. Вот так мучаются актеры. А лучше всего тебе подходит то, что тебе дала природа. Натуральный цвет волос. Ну, ради эксперимента иногда можно побаловаться. Колька, мама дождалась. Сквозь судьбы километры, через